Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас всех, с вами Николай Партийный, игра Warframe онлайн. Хочу продемонстрировать ЗО и своего несравненного риска на арбитражах. Уже 98-й, плюс у нас тринити есть. Ладно, так, все равно. Следует. Потом мы ее выдержим позицию. Множество тут экскурс, кем, древний целитель, еще один Ирина и Аберон. Аберон, естественно, скончался. У нас есть еще экскурс, можно его вытащить, спектр, естественно, валькирий, который у меня бафает всячески, и я вот с этой зошкой хожу. Так. Способность, естественно, можно посмотреть, вот это, если выглядит. Прогресс тоже покажу, пока не последняя волна идет, покажу, что это зошка. Тринити от Филева, она заправляется энергией и тоже баф. И безумие. Если у вас кончается армонка, я ее заново перестакиваю, ухожу с спектра, оператора. Экстренно на себя выпустит урон и, в принципе, исцеляет, вылечивает, останавливая им здоровье. Вот, оба умирают, как казалось бы, потом берем, потом баф уже закончился, но я продолжаю принимать обратно баф на всех своих. И заново стакер. Убиваем это древнего жизни. Эти, естественно, лишаются всего, так сказать. Так, следовать. Бафов никакого у меня нет. Бафов высокого уровня. Должен мы, да. Вот и сами бить удар. То есть у меня в команде, видите, двое умерли. Мне никто не дает баф там от этих людей. От игроков. Только мои оперативы. Отправляю в космос на пробитых мобов. Смотрю, что там у нас с нашим армором. Все надеются на меня, естественно. Подмены в говно закидывают. Подорвать.
Отводим оперативника специально, да, и... дроны там очень любят. Осталось совсем ничего этих врагов, вот это экстренно. Да, обратно он кончается. Вот там, видите, этот дрон висит, падает. С ними вот эти пачка мобов. Бить нельзя, не бессмертный. Так, я стагаю на последнем хп себе. Блин, чтоб тебе попало тут. Там вот этот дрон, я не могу подойти браться, потому что вот этот вонючий, да, дрон, с закрытым духнищем хп. А за счет этого дерьма, вот это, видите, дерьма по карте, короче. И баф не смогу, они отжирают у тебя, вот, это называется баланс игры. Да, вот. Я не могу энергию накопить сейчас. Ставим вот так дрона. И таблетку еще скинуть. Ну, естественно, у нас чудо-арчик есть. Пока возьму, еще и дубаса. Говнаря одного убили, надо дрона выстрелить, убить дрончика, так. Так, все, все, пошли, пошли в расход всех брать. Чтобы получить очпушку эти заряды, что нужно сделать? Да. И вот мы смотрим, 10 штук я получил, да, вот несколько скульптур, всего убито 2000. И тут мы смотрим, то есть, видите, 2 часа играли, убийство в ближнем бою, смертей 0. То есть очень много убил именно в ближнем бою. Так, и экипировку показываю, арсенал, то есть ЗОШка, как это работает, то есть, и что тут вообще имеется. То есть, вот он мод, болевая точка, размах, ядовитая кара, текучее касание, калечащий удар, пророчный мороз, гидравлический удар и приток крови. То есть, вот вам, пожалуйста, стоит этот билд, вот он, топ билд, где я как бы убиваю. Есть, конечно, там и другие билды, вот, типа, вот, с чумной Ати Кивар. Ну вот я стоял на этом билде, вы сами все заметили, и вот такой вот мистик. При этом, что видите сами, я убил, как вот стояли 100 волн, это 2 часа. То есть это 2.0. Сейчас, так скажем, эффект. Вот мы смотрим, да, вот на число. То
То есть эти 3 дня Миса Прайм доступно, доступ открыт еще 51 день. Отсюда вам можно извлечь данные, то что вот так все это работает. На этом все, с вами был Николай Партийный, до новых встреч и всем удачи.